Приветик! Поздравляю вас всех с 1 сентября, с Днем Знаний. Сегодня будем рисовать на День Знаний. Ну что, начнем? Вы не забывайте подписываться. Ну, я это разукрашивала карандашами восковыми и вот такими вот. Подпишись. Рисуем сначала карандаш. Карандаш рисовать просто. Рисуем сначала форму карандаша. Такие вот линии. Это здесь у нас будет у карандаша стерка. Сейчас покажу, где будет. А здесь он просто как цветной будет. А вот это вот стерка сверху. Далее рисуем. У нас будет карандаш с глазками, также такой мультяшный у нас карандаш, в общем, будет. Там прорисуем его. И книгу рисуем. 1 сентября. Так, которую он держит в руке. Прорисован. Теперь рисуем ему здесь очки. И рот рисуем здесь вот, улыбающийся, так как он хочет идти в школу. Ребята, пишите в комментариях, хотите ли вы идти в школу. Такой вот у нас получился веселый карандашик. Здесь вот сбоку мы рисуем кленовый листочек, так как уже будет осень. И мы рисуем как бы такую тоже школу. Вы осенью идете. И поэтому мы рисуем осенний кленовый листочек.
Еще нам чуть-чуть осталось дорисовать. Так вот, теперь рисуем такие вот линии. Далее вот здесь мы пишем день знаний. Пишем букву Д. Сначала пишем простым карандашом, потом будем разукрашивать. Теперь Е. Н. Буквы писать можно неаккуратно. У нас мы специально так их пишем, чтобы они были неаккуратные такие. Мягкий знак. Написали день. Теперь пишем знаний. Букву С. С. Н. Н опять. И краткую. Написали знания. Вот у нас получился день знаний. Рисуем книгу, букварь. Сначала рисуем вот такой вот квадрат. Затем делаем вниз линию. Проводим вот до сюда. Делаем еще одну линию. Затем здесь делаем линию, ведем и соединяем. Пишем букву А. На книжке. И внизу подписываем букварь. Сейчас будем рисовать треугольник, линейку.
Теперь рисуем. Сейчас рисуем тетрадку по английскому. Первое рисуем. Квадрат. Затем начинаем рисовать форму тетрадки. Пишем букву A. Это у нас будет тетрадка по английскому. B, C, D, E. A, B, C, D, F. Такие линии рисуем, чтобы подписать тетрадку можно было. И вот здесь вот рисуем спиральки, так как у нас тетрадка будет на спиральках. Там мы рисуем спирали. У нас получилась тетрадка. Далее рисуем рюкзак. Мы рисуем обычно простой рюкзак. Здесь рисуем ручку и лямки рюкзака. Такой еще у нас получился рюкзачок. Здесь напишем грязи. Теперь здесь пишем 1 сентября. И далее здесь пишем надпись back на английском to school. Такой вот у нас получился рисунок карандашом. Мы его сначала нарисовали. Затем мы его сейчас будем разукрашивать. Разукрашивать я буду и как фломастерами, так и карандашами. Первый день они идут.
Ha ha ha.